Пока жива память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, они будут жить в сердцах благодарных потомков. Эту мудрость жители Щелково отлично знают, поэтому каждый год собираются у мемориала на Гребенской горе, чтобы вспомнить своих земляков, отдавших жизни за родину. Сегодня здесь ветераны, представители администрации, депутаты и местные жители. Разрешите мне от имени главы городского округа Щелково Булгакова Андрея Алексеевича поздравить всех с этим великим праздником, с Днем Победы. Сегодня мы низко склоняем головы перед теми, кто не дожил до этого дня. Мы говорим сегодня слова благодарности ветеранам, которые живут сегодня с нами. Собравшиеся почтили память погибших воинов минуты молчания и возложили цветы к мемориалу. Пришли отдать дань уважения тем, кто не дожил до светлых дней победы, и совсем юные ребята. Они, не задумываясь о себе, жертвовали, шли на такой ожесточенный путь, чтобы мы жили над ясным солнечным небом. Мы должны чтить своих предков, благодарить их за чистое светлое небо, за то, что мы живем и радуемся. 9 мая возложение цветов к вечному огню прошло и в микрорайоне Чкаловский. В торжественном мероприятии участвовали жители бывшего военного городка, ветераны, представители органов власти муниципалитета, командование Чкаловского гарнизона, юноармейцы. Цветы к мемориальному комплексу, отдавшим жизнь за нашу советскую родину, возложили заместитель главы администрации муниципалитета Виктор Семин, командир 8-й авиадивизии особого назначения генерал-майор авиации Сергей Мовчан, председатель Совета депутатов городского округа Щелково Елена Мокринская. Для нас, для всех, День Победы – это величайший праздник, который 76-й год мы празднуем. И будем праздновать еще много-много лет. Для нас этот день очень знаменательный тем, что такой праздник, как Победа. Я была маленькая еще, но я очень хорошо помню начало войны. Помню, как отец ушел на фронт. Все это помним. Сейчас мы в этот день, мы, конечно, грустим от потерь, кто не вернулся из боя. А сейчас ветеранам нашим, участникам войны, хочется пожелать крепкого здоровья на долгие годы. 9 мая возложение цветов прошло по всему городскому округу Щелково. По традиции везде память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Лилия Тимиева, Мария Смирнова, Андрей Цеханович, Мария Буржинская, Игорь Поляков, Сергей Василевский и Александр Оржевский, Щелковское телевидение.